В регионе 13 человек госпитализированы по подозрению в заражении сибирской язвой. Болезнь подтверждена у 12. По словам врачей, состояние пациентов среднее. Раны на телах еще не зажили. 9 госпитализированных человек работали в животноводческом хозяйстве в селе Ушкарасу Жаркаинского района. Остальные четверо – сельские жители. Недавно было обнаружено, что 32 животных, принадлежащие этому товариществу, заболели сибирской язвой и умерли. Сейчас в населенном пункте объявлен карантин, но он еще не вступил в законную силу. До этого один пациент был в тяжелой степени тяжести, но на сегодняшний день он из разряда тяжелых пациентов перешел в состояние средней степени тяжести. У всех является на сегодняшний день температура небольшая, субфебрильная, лимфоузлы увеличены, значит, имеются кожные проявления. Пациенты получают в полном объеме симптоматическую терапию согласно клинических протоколов, дезинтоксикационную терапию, их капают, антибиотикотерапию в полном объеме. Все достаточно, лекарственные средства есть, имеются.